Когда изменения внесут в законодательство страны, семьи смогут рассчитывать на получение сертификата уже на первого ребенка, появившегося в семье. Основным требованием для предоставления выплаты является наличие ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, то есть после того, как в программу были внесены изменения. Семьям, в которых первый ребенок появился на свет ранее этой даты, сертификат положен только после рождения второго ребенка. Пока нормативные акты еще разрабатываются, зато материнский капитал уже проиндексирован. В этом году хорошая новость для семей, которые имеют двух и более детей. С 1 января 2020 года материнский семейный капитал проиндексировался на 3%. Соответственно, он вырос с 453 тысяч рублей до 466 617 рублей, и это очень хорошая новость. Родителям, которые получат средства за рождение первого ребенка, впоследствии при рождении второго полагается выплата второй части семейного капитала размером 150 тысяч рублей. Что касается направлений использования, то они таковы. Самое востребованное направление – это улучшение жилищных условий. Также можно потратить материнский капитал на получение образования детьми, накопительную пенсию мамы, на социальную адаптацию, приобретение товаров для социальной адаптации детей-инвалидов. И самое последнее новое условие, которое было введено с 2018 года, это ежемесячная выплата из средств материнского капитала для семей с низким доходом. И здесь есть определенные условия. Для семей, у кого родился второй ребенок в 2018 году, либо был усыновлен ребенок, имеется право на данную ежемесячную выплату. Размер этой выплаты будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. В Рязанской области в 2020 году для права на такую выплату доход в расчете на одного члена семьи не должен превышать 22 250 рублей. Соответственно, размер ежемесячной выплаты составит 10 154 рубля. Надо отметить, что в Рязанской области с 2007 года уже выдано свыше 63 тысяч сертификатов на материнский капитал. А общая сумма средств, направленных по заявлению владельцев сертификатов, в нашем регионе превышает 17 миллиардов рублей. Олеся Котровская, Григ Лотов, телекомпания «Город».